Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих». Ну и сегодня романтическое таро «Совет на четверг». Ведь это таро предсказывает не только в любовной сфере, оно может предсказывать в любых сферах жизни, так же, как и, например, «Золотая ривьера» госпожи Ленорман. Это я просто в основном люблю эти колоды использовать для отношений. Ну что, посмотрим, что же нам посоветует романтическое таро на четверг. Ну, могу сказать, что четверг будет не совсем легким днем. Не совсем легким в том смысле, что у вас будет очень много вещей, которые вам надо будет сделать. Тут советом могу сказать, это расставьте приоритеты. Расставьте приоритеты, с кем вы хотите встретиться. Расставьте приоритеты, что же для вас важнее всего сделать в четверг. Просто если вы будете хвататься за все и сразу в четверг, то мало того, что не все будет получаться так, как вы хотите, потому что когда мы спешим, очень часто мы делаем все намного медленнее, чем обычно. И тут я вижу такие ситуации. А когда мы все-таки выбираем определенную скорость движения, ну, это делание чего-то, движение – это вот именно делание чего-то, то тогда это все намного более продуктивно и намного меньше стресса, намного меньше давления на нас. И тогда мы к концу дня не так устаем. Тут я просто вижу, что если будете хвататься в четверг за все и стараться объять необъятное, то очень устанете. Не просто устанете, не физически устанете, а устанете морально. А вот моральная усталость – это очень тяжело, и от моральной усталости намного тяжелее избавиться и намного тяжелее восстановиться, чем от физической. Поэтому четверг – это день расстановки приоритетов.